И всем привет, уважаемые зрители моего канала. С вами Типузик, и сегодня я продолжаю играть в Slaughter 3, ну, в Боню 3, The Rebels, ну, мятежники, то бишь. Давайте сразу вот, Все вроде нормально, что у меня в прошлых сериях какая-то фигня была. Эту серию я записываю спустя 10 дней после записи предыдущей. То есть это уже третья серия, но я ее записываю еще до того, как вышла вторая, прикиньте. А первая вышла аж 10 дней назад, я в шоке. Ну, я с Ютуба пропадал конкретно. Так, ну это было вчера. Ой, какой вчера? В прошлой серии это было, ребят, которую я записал. Да. Мы нашли этого чувачка. Самая главная цель пока что это найти Мэтта. Мы пока что нашли вот этого чувачка, который постоянно за мной следит. Да, возможно, в прошлой серии это видели, потому что эта серия явно не выйдет первее предыдущей. Вот, и да, найти команду, основная цель, и также основная цель выбраться отсюда, видимо. Так, мятежник говорит, что нашел информацию о местохождении Мэтта. Осталось только встретиться с его информатором. Ну, по-любому какой-то кидалово, я это вот прям ожидаю. Что это какое-то кидалово, так. А у меня какое оружие вообще стоит? Ну, вроде... У меня пока бабок вообще ни на что не хватает. Скины. Уф ты, ой-ой-ой. Я могу себе скинчик поменять. Ну, блин. Ага, сейчас. Так, окей, погнали. Еще донаты меня просят за скин какой-то. Тем более, я эту игру даже не покупал. Так, это я не говорил, этого не слышали. Окей. Вот имя, какой кореш? А, мемчик пошел. Из фильма фразочка. Да, озвучка тут есть. Не то, что в предыдущих частях. А чего у меня два оружия подряд таких же? А, нет. А мне интересно, мой вот этот напарник, он может умереть? А, не-не-не-не-не, все. В прошлой серии смотрели, мы его оживляли в прошлой серии, да. Поднимали, так сказать, с колен. Так, а я могу, по идее, менять, да, персонажа? Ну, ты захилься, а ты, Рассел, иди, короче, к воротам. Так, давайте посмотрим везде, потому что не хочу ничего упускать. Хочу ничего упускать, так. Нам пока детали не нужны, нам нужны больше всего деньги. Вот, а денег... Деньги как бы... Просто так не валяются нигде. К сожалению. Они только за выполнение задания даются. И получается так, что... Так, ящик с патронами. Отлично. Давайте возьмем автомат. Автомат. Ладно, пойдем на метку. Просто стараюсь все исследовать как можно тщательней. Можно тщательней. Так, убил бы его. Ну ладно, не буду. Тратить время на какого-то болванчика. Так. А подождите, я проверял, тут есть вид от первого лица, мне интересно. Блин, нету, что ли? А в первой, во второй части он был, правда, такой, знаете, корявый. Ну, такой. Фигня, короче, там был режим. Как бы сложно его имбой назвать. Блин, были бы у меня гранаты, как во второй части, да, помните? Вот во второй части прям вообще убойно было очень жестко. Давай, пока... Оп, спину его убил, красава. Захилься. Будем за ним наблюдать, за мятежником. Но это обычный мятежник, мы его даже имени не знаем пока что. Поэтому да. Пойдем со мной. Салют, бро. Ну что, я спас, все устроил. Бабки? Какие бабки? Кажется, уже знакомы, бро. Ты мне сам денег дал. Ну вот именно. А почему, в смысле знакомый? Я чуть не помню его даже. Да, ржавый, конечно, вообще охерел. Бабок я ему еще должен каких-то. Это кто? Что там за зеленый мужик стоит? Это Мэтт? Ты что с Мэттом сделал? Баран. Взял Мэтта какую-то зеленую. Заковал в одежду зеленую, блин. Ну, конечно, ну.
Ну да, хотя он предупреждал, то, что тут стоят всякие головорезы. Давай, давай. Блин. Да отошел. Так, во-первых, ты захилься, во-вторых, у тебя есть ХП, отлично. Вот у него вообще топовый дробовик, на самом деле. Поэтому погнали за ним. Мужик, куда ты пошел? Видели, они исчезли просто. На. Так, туда никуда не пройти. Ну да. Ну я от лица Рассела, я хоть играю за этого мятежника сейчас. Но... Играю хоть и за мятежника, но... А, вот. За мятежника, но все равно я от лица Рассела больше. Конечно. Так, это... Что ты достал ТП-хаться ко мне? Не, ну вы серьезно, ну... Мне кажется, это было видно с того ракурса. Это кто? Да, очень ровный пацан. Ты идиот, конечно, мятежник. Я ничего больше не могу сказать про тебя. На нахер. Ты куда? Ты чё встрял? Ой-ой-ой, нихера себе он дамажит. А кто это? Что это за... Чё по мне палил? Чё это за, блин, гомункул? Полурак, полух. Давай, умирай, блин. Капец. Ты дурак? А ну, отлично. Ребят. Вот это баги. Ой, тихо. Так, ты ХП используй. Оп. Патрон нету, поэтому... Ой, блин, у меня вообще патрон нет. Голову давай. Давай. Пошел. Родной, давай. Так, мятежник, ты вообще живешь? Ой-ой-ой. Давай, умирай, да ты достал. Что у него в руках, что за бластер? А он его, короче, ножом не бьет. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ты уходи давай, мятежник. Ой, блин, Рассел. И у них вообще нету даже этого. О, он умер. Все, найс. Такая еще анимация была. Странно, блин, миссия завершена. Денег сколько? 350. Я думал 1700 денег. Да уж, ну, конечно, надежный кен взял нас, опрокинул. Да, помню. Ну, не знаю. Ну, этот, конечно, блин, может, он в сговоре с этими бандитами, хочет меня убить. Ладно, это мои теории, какие-то догадки. Зов психов. Ник наконец-то запеленговал источник сигнала тревоги. Сегодня сходи туда и проверь, что... надо сходить туда и проверить, что там происходит сегодня, блин. Ну ты даешь, Санек. Так. Так, ну начинаем. Начинаем. Начать. Давайте начнем. На сигнал тревоги, значит, надо сходить. А у меня оружие есть? Да, есть, все. Слышишь ты? У меня из-за тебя одни проблемы, блин. Ну ладно, давай, иди, показывай. Давайте вот прям по РП, типа я иду, показываю. Да, оружие у него, конечно, блин, имба, дробовик. Я бы себе его отдал, на самом деле, Рассел. Он-то получше, наверное, управляется. Не, ну Рассел, ладно, Рассел еще такой. Видишь, что с рукой было у мужика? Перезаряжаю.
Правильно идем, мужик? Нет, неправильно. Сюда надо, да? Нет, не сюда. Сюда, да? Нет, не сюда. Куда? А, туда. Да уж, не бросается, конечно, в глаза дверь. А, это сейчас засада будет, по идее, наверное. Опа, быстро прогнали, погнали быстро отсюда. Быстренько. Да, ну тут, ребята, в этой части события уже прям в городе разворачиваются. Ну, а сразу двоих ушатал. Нормально. Прям в городе разворачиваются события. И это довольно-таки прикольно. Так, это может открыть, да, да, вот этот мятежник. Взламывай, друг мой. Рассел там вообще не вдупляет, что происходит. По сторонам смотрит. А в других частях там либо в психушке, либо выбраться надо было из куда-то. Замок заржавел, собака. Значит, попрём через соседний. Господи, гадюшник. Ладно. Пошли через соседний гадюшник. И тут еще прям как по миссиям, знаете, как GTA миссию начинаешь и проходишь. Чтобы не драться с этим идиотом. Потому что у него щит. И меня это бесит. Его невозможно почти убить. Очень. Ну, быстро. Быстро, имею в виду, убить его невозможно. А так, нормас. Блин, вот я себя мусорки все собирал, наверное, уже у меня давно оружие хорошее было, но мне тупо лень заниматься гриндом. Поэтому погнали по сюжету. Так. Тут никого нет, погнали. Что-то подлагит иногда. Замечают. Так, ну давай, давай управимся с вот этим идиотом. А, все? Оказывается, у него слишком имбовый дробаш. На. Просто мятежник всех раскидывает. Давайте за Рассела переключимся, что у него там как по делам. А, по делам плохо. У Рассела. Можно так сказать. Блин, ну у Рассела, конечно, оружие такой понос. Такой, знаете, прям жидкий. Да, ну и мятежник сам не умеет палить, конечно, свое оружие. Там все патроны, да, просрал. Там 20 патронов сколько было. Это нет, меньше там было. Патрон 14-10, где-то так. Взял, просрал просто. Ни одного не убил. Хотя он с одного патрона убивает, вроде как. Почему вроде как? Так и есть. С одного патрона убивает. Ну ладно. Не суть важно. И надо этого барыгу, блин, который нас кинул на Мэтта, на информацию про Мэтта, надо его тоже как-то разыскать. Я думаю, это по сюжету будет. Мы либо с ним еще раз встретимся. Как-то, как в какой-то сделке, да? Либо же... ой, мятежник! Нет, мятежник, идиот! Господи, мятежник, вставай! Подожди, пока я не могу вылечить, за мной ходят эти. Куда ты к ним побежал прямо в лоб, скажи мне? Вот теперь валяйся! Думай над своим поведением. Реально, думай над своим поведением. Блин, жалко, что я его оружие не могу взять у этого мятежника. А могу переключиться? Нет, не могу, когда он мертв. Не-н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 е. Они не будут ждать пока. Отлично. Отлично! Уху! Патрон нет. Ладно, короче, пока, мятежник, я без тебя пошел. Догонишь. Да ё-моё, давай, давай, умирай. Зажимают, скотины. Надеюсь, успею. Да нет, я не успею, блин, они за мной сразу идут. Давайте. Ну, слава богу, что они тупые. Во всех частях бойни враги почему-то тупые.
Нам уж за основу взята одна механика. Один искусственный интеллект. Может, поэтому. Да, ё-моё, у них вроде кровь отлетает, но они не умирают сами. По себе. А у меня, кстати, патроны не тратятся на этом оружии. Да ты, ну, господи, как меня достали. Как я их убью-то? Ай, мне ни оружия, ничего. Вот куда ты полез, мятежник? Как я их вот... Не буду рисковать. О, тут патроны лежали, оказывается. Все-таки лутаться полезно, но... Я не буду учиться на своих ошибках. Не буду, не буду. Так. Я надеюсь, я успею его поднять. Давай, 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 ну. Похер, похер. Отлично. Вставай. Вставай, вставай, мужик. Поможешь мне. Отвлеки, блин, я... О, все. Че, опять упал, что ли? Нет. А в смысле? Подожди, я патрон поднял, у него тоже не появились? Что за проблема с этими дебилами, блин? Я с ними разбирался нормально. А сейчас с ними проблемы были. Не знаю, сколько на них минут 5 угробил. Так, все, погнали. Психушка? Или больница? Что это такое? ХП. Так. Погнали за этого, короче. У него больше беспер... Блин. Мне тут... Угу. У него больше перспектив. Ё-моё. Выговорить не могу. Миссия завершена. Нормально мне кредитов наваливают. Пойдемте оружие сделаем нормально себе. Режим арены. Да ну ладно, фигня, фигня. Не хочу. Режим истории. Так. Зов психов. Давайте начнем. И оружие новое. Ну, нож не, не надо. Блин, денег не хватает. Я думал, хватит, а не хватает, прикиньте. Че, может, реально нож купить? Давайте. Что? Это чертеж, оказывается, стоит? А, я купил. Все, я сделал. Ладно, все, у меня теперь новый ножик. Погнали. С новым ножом, я думаю, лучше будет убивать. Так. Да, реально психушка. Как будто из первой части, но это не из первой. Как будто из второй части, но это не из второй части. Тут как-то поприятнее, знаете ли. Кейс какой-то. Чертеж на пистолет! Это жестко сейчас. Это сейчас жестко. Это сейчас жестко. Это какой-то дигл, блин. Халява просто, ребят, без бабок получил. А тут нету чертежа? Нету, к сожалению. Вот это сейчас халява. Да, это надо проверять, значит. Так, ну тут ничего нет у нас. Ой-ой-ой. Только Норман может. Норман? Какой Норман, блин?
Ладно, какой-то норм. Пускай пока разбирается мятежник с этим. Я кое-что поищу. Блин. Блин, это не стоило того, мне кажется. А, да, проверим нож. Реально, кстати, получше херачит. Получше херачит. А вот если я так сделаю... Ему похер, да. Так, пускай отвлекает. А я вот так сделаю. Оп. Что-то у меня подлагивает. Что-то у меня подлагивает. Так, ребят, давайте секунду, секунду, секунду. Блять. Продолжаем, ребят, продолжаем. Немного начал лагать, но отлагает, я думаю, потому что на зарядку телефон поставил. У меня зарядки мало было. Давайте комнаты проверим. Мало ли еще чертеж найдем. Так, патроны. Лишними не будут. Я прям чертежом побаловали, а теперь ищу. Все, погнали отсюда. Сюда. Нам надо в этот... Пойдет. Поищем вход. Ну, блин. Давай, давай, поищем вход. А ты сможешь разблокировать? Угу. Давай. Алло. Или это кнопка от другого чего? Вот как. Я понял. Блин, за травой битрейт падать будет по-любому. Так, активировать. Порядок, теперь можно идти. Давай, ты придешь за мной, мятежник, по-любому. Капец, я скипнулся. А он придет? Вот, допустим, вот тут сделаю. Вот так, оп. Да, он идет, он идет. Давайте подождем. А, вот он, все, погнали. Погнали, мой дорогой друг. Нормана какого-то надо найти. И, видимо, он с нами в команде будет, но его пока нету. Это кто? А, это обычный охранник. Опять это со щитом или, мне кажется? Ой, блин, что это за... Так, ты идиот реально, блин, мятежник. Масочник. Так. Где этот Норман? О, Санса и этот, блин, с раздвоением личности из второй части. Да, вот это отсылочки, конечно. Так, все, погнали. Тут ничего нет. Давайте на этого поменяем. Его оружие получше. Давайте сюда сначала. Ой-ой-ой. Пошел в жопу. Кстати, почему, когда ты переключаешься, боты не используют ножи? Либо они используют, я этого не замечаю, но... Они как будто, блин, вот вблизь подходят к врагам и просто стоят. Так, все, погнали отсюда. На нахер. Вот что мешало этому мятежнику сделать так, когда его атаковали? Не совсем понятно. Ладно. Опять этого Санса там крутит по телеку. Опс. Ясно. Погнали отсюда, погнали отсюда, погнали. А, не погнали. Первый есть. Ух
Нихера напугал меня. До усрачки. Давай, 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 на. Минус нога. Блин, я уже хочу третьего напарника, так легче намного будет. Вот Норман, судя по всему, нашим напарником третьим будет. Мы его где-то встретим по-любому, там, потому что было написано, типа, можешь открыть Норман. Ну вот, по идее, Норман, блин, нам и откроет дверь. Ты идиот, блин, Рассел. Хотя нет, не идиот, погнали. Апгрейд? Теперь ты можешь поднимать напарников быстрее. О, улучшение, ребят. Апгрейд какой-то поднял. Ни хрена себе. Напарников быстрее поднимать теперь. Не, ну это достаточно хороший апгрейд. Я вам так скажу. Потому что сегодня, блин, было дело. А чё такое? Почему мне туда показывают идти? Все, типа, выходить отсюда? И смысл, мы сюда ходили. Даже Нормана не нашли. Даже Нормана не нашли, блин. Ну ладно. Да, ну ладно, только бы спуститься еще. Вон там. Спуск. А там какое улучшение? Подожди, там тоже же улучшение, по идее, да? Какое-то лежит. А тут уже ничего, тут биба с маслом. Ладно. Все, тогда спускаемся, погнали отсюда. Или то, что я там дверь открыл, это еще и это открылось, по идее, да? Мне бы еще Нормана этого найти. Вот тут. Только персонаж Норман. Полетели отсюда, значит. Угу, полетели. Размечтался через главный вход, по идее, да? Погнали тогда. Погнали. Камера тут. Транслирует камеру. О, чертеж. Ух, ребята, блин. Капец, мне сегодня везет на всякие улучшения и на всякие чертежи. А может тут еще чем-нибудь будет? Капец. У меня теперь коллаж будет. И новый пистолет Дигл какой-то. Реально кайф. Это реально кайф. Так а куда я иду, блин? Или мне... Куда мне надо? Так, что-то, блин, какие-то загадки. Запутался я. Точно не сюда. Тут дверь открыта. Тут дверь можно войти. Но тут ничего нет. Здесь закрыто. Вот сюда можно пройти. Видимо, надо что-то на втором этаже сделать. Закрыто. Сюда войти можно, но смысл... Непонятно. Вот сюда смысл вообще идти, если я тут был. Вот, я иду сюда, допустим, да? А, и там мне надо спуститься, получается, вниз. Все, я понял, я не допер. Сейчас спустимся. Сейчас, где там лестница была? Где там была лестница? Капец, вот трепачки все разлетаются, разлетаются, не исчезают никуда. Достаточно приятно, что они никуда не исчезают, на самом деле. Вот, и вот сюда спуститься, да? Да, да, да. Доперло до меня. Спустя 5 лет. Так, ну ты отвлеки его, ты отвлеки. На, нахер. Убил, убил. Вот и главные ворота. Открыть надо.
А жопа все. Отлично. Да. Придется вернуться на хату, но метка у меня тут еще стоит. Это не баг? А, все. Да уж. Еще третья, видимо, часть этого задания будет. Давайте сейчас попробуем оружие взять. Так, оружие. Опа. Так. А, бабки же нужны. А в смысле у меня чертеж есть? Это что за обман? У меня чертеж есть. У меня чертеж есть. Так нечестно, у меня чертеж есть. А где? Как мне его использовать? Я не понял сейчас приколы. Ты охерел мне? Дай мне чертеж. Оружие мне дай. Вообще в край офигели. Ладно. Ладно, ребят, на этом я буду завершать. Сегодня мы искали Мэтта, в итоге нас кинули. Вот это вот кореш вот этого идиота. Ну, мы, надеюсь, этого кореша как бы вздернем еще. И вот в психушке мы пошли на сигнал. Нашли психушку. Вот, и... Ну, открыли ворота, искали Мэтта, не нашли Мэтта. Нашли чертежи, но я их не могу использовать. В чем прикол? Ну, улучшения зато нашли, чтобы поднимать быстрее напарников. Нормана какого-то искал я, но не нашел. В общем-то, да. Нам сейчас главная задача найти барахло, всякое запчасти, починить ворота и открыть их. Ну, этим мы займемся в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Жмите колокольчики. Всем удачи и всем пока-пока.